Здравствуйте, дорогие школьники! Сегодня мы с вами окунемся в историю Актюбинского областного театра имени Тахауи Ахтанова. Своими корнями театр уходит в далекий 1935 год. Тогда, благодаря народному комиссару Тимирбеку Жургенову, в Актюбе был открыт казахский музыкально-драматический театр. Однако просуществовал он недолго. Вторая мировая война внесла свои коррективы, и в 1941 году культурную деятельность пришлось приостановить. Несмотря на все тяготы, руководством неоднократно принимались попытки возродить театр. В 1943 году была собрана группа актеров, которые находились в эвакуации из Днепропетровского музыкального драмтеатра и Усть-Каменогорского во главе с режиссером Курганским. В состав труппы вошли артисты Елагин, Баева, Немировская, Римнева, Репнина. До 1948 года на сцене игрались пьесы Островского, Чехова и Гоголя, а после театр вновь пришлось закрыть. Это были послевоенные годы, и нужно было восстанавливать страну. Лишь в 1965 году театр вновь распахнул свои двери всем любителям искусства. В январе 1966 года состоялась грандиозная премьера спектакля «Между ливнями», режиссером которого выступил Виноградов. В репертуаре того времени в основном ставили русскую и зарубежную классику. Труппа состояла из 29 артистов, в числе которых были заслуженная артистка Казахской ССР Федорова, Томингос, Меркулова, Соловьев и другие ведущие мастера сцены. С обретением независимости в 1992 году в театре набирается казахоязычная труппа. Директором Казахского театра становится Курлан Булеков, а главным режиссером – Дихан Жаликенов. Труппу составили ведущие артисты Аманкулов, Таукибаева, Ержанов, Амантурлин, Махамбетова, Курмантаева и Нурмагомбетов. Свой первый театральный сезон Казахский театр открыл 18 июля 1992 года спектаклем «Кшык-Еу». В 1997 году театру было присвоено имя казахского драматурга Тахауи Ахтанова. Тогда же было принято решение объединить казахскую и русскую труппу в один большой театр. Коллектив принимает активное участие в различных республиканских и международных фестивалях и конкурсах. Первая большая победа состоялась в 1987 году, когда на республиканском театральном фестивале спектакль «Царь Федор Иоаннович» был удостоен первого места. Постановки «Эти свободные бабочки», «Айман Шолпан», Бала Мерген в разные годы были высоко оценены критиками. Артист театра Елтай Кемаль в 2004 году стал лауреатом 17-го международного молодежного фестиваля «Шабыт» за постановку и исполнение главной роли по произведению Мукахали Макатаева «Арпалыс». На республиканском фестивале в Кызылорде режиссер Витих стал лауреатом и награжден премией за лучший дебют в постановке пьесы «Баналя» «Беспощадно, как сердце». В 2017 году на Всемирном фестивале детских и кукольных театров, который прошел в Эмиратах, казахская труппа была удостоена диплома «Кымпадша». Большой вклад в развитие культуры и искусства Западного Казахстана внесли такие именитые деятели, как заслуженный артист Казахской ССР, мастер сцены Виктор Приц, кавалеры ордена Курмет Бакыджанова, Телегова, мастера сцены Аманкулов, Бакыджанов, Шипкова и другие. В репертуаре театра лучшие произведения казахских, русских и зарубежных классиков. «Сон в летнюю ночь», «Паночка», «Женитьба», «Бертуп алма ахаша», «Оксдар». Также есть сказки для детей: «Золотой цыпленок», «Хамбахшал», «Край, который любит солнце», «Зайка-зазнайка» и другие великолепные постановки для самых маленьких зрителей. На этом мы завершаем наш урок. Теперь попрошу вас ответить на следующие вопросы. Первый вопрос. В каком году был открыт Казахский музыкально-драматический театр? Второй. Когда театру было присвоено имя казахского драматурга Тахауи Ахтанова? Третий. Премьера какого спектакля состоялась 18 июля 1992 года?